Друзья, все вы наверняка были на различных студенческих мероприятиях. Так вот, представьте, на одном из таких мероприятий, как студенческая весна, все решили говорить только правду. Наш вуз ФГППУ имени Нагайцева приветствует всех тех, кому вообще нечего делать во вторник вечером, и родителей участников. Мы сначала не хотели вести это мероприятие бесплатно, но нам пообещали проставить все пропуски по философии. Кстати, пропуски эти появились из-за репетиции именно этого мероприятия. А на сцену приглашается заместитель префекта какого-то округа. Да, да, это именно из-за меня это мероприятие задержали на целый час. И я даже не знаю, что именно это за мероприятие, но хорошо, что на всех из них можно говорить одно и то же. Учитесь и будьте здоровы. Ура! А сейчас заместитель префекта присаживается в зал, чтобы посидеть в зале для вида минут 15, а потом незаметно уйти. И на сцену уже рвутся те, кто навряд ли закончит наш университет. Наши КВНщики! У губ твоих конфетный вкус. Мы заверим наш номер из высшей лиги. Потому что думаем, что вы его по телеку не видели. Мы взяли этот номер из высшей лиги. Вы все равно будете угорать над нами, потому что мы ваши одногруппники. Мы взяли этот номер, потому что мы такие. Ой, смотрите, зампрефект уходит. Браво, браво. Ксюша, а почему ты стоишь боком? Потому что в углу я заметила фотографа. И так я смотрюсь немножко стройнее. Ксюша, а давай лучше посмотрим, что нам покажут следующие участники. Для вас выступали чемпионы Европы, которых на соревнованиях мы выдаем за студентов своего вуза. А сейчас у вас есть немного времени посидеть ВКонтакте, потому что пришла пора видеоролика спонсора нашего мероприятия. Внимание на экран. Любое кафе. У нас вообще не дружный коллектив. У нас самый неудобный график работы. Худший старт карьеры. Но есть и плюсы. Мы подбухиваем во время работы. Любое кафе. Какой-то длинный текст с маленькими буквами, которые нужно быстро проговорить. А я говорю чуть громче, чтобы проснулись наши жюри. И на сцену уже рвется танцевальный ансамбль нашего филиала в городе Зеленоград. Кстати, у ребят электричка ровно через полчаса. Все тяжелее и тяжелее читать текст. Ведь за кулисами мы пьем коньяк. Ксюша, а кто еще за кулисами пьет коньяк? Все, кто сейчас выйдет на эту сцену. Наконец-то закончился этот ад. И сейчас никому не нужная финальная песня. Сегодня с ней замутим. Посмотрите все, как я могу. А припев мы вообще не переделали, все равно его никто не слушает. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам свет.